я тебе писать? Ну да, собрался. Гуляй! Ага, ну я так и понял, когда ты их за два летел. Чего натворил-то? И твою деда! Ну как знаешь, а то хотел спросить, не ты ли книжку обронил, когда из окна чебурахнулся? Какую книжку? Да вот, вся мокрая и молоком пахнет. Конечно, моя! Какая книжка? Про львов, моих ближайших родственников. Ага, а мои ближайшие родственники киты и фиксики. Пираты, твои ближайшие родственники! Так, будешь отзываться, вот высплюсь, загоню тебя завтра на дерево и уши пушу. Эх, не зря тебя все-таки хозяева из дома выгнали, по делам тебе. А пиратом меня, между прочим, за храбрость прозвали. Ну и ладно! Ну и хотелось, очень даже нужно! Да-да, я от вас от всех ушел! Еще назад будете звать! Вспоминать будете! Каковать, а я ни в какую! Я, между прочим, тоже гордость имею! Вот возьму и в лес уйду! А что? В лесу ни ты никого не знаешь! Ни тебя никто не знает! Лес! Это же самое лучшее место для начала новой жизни! Никак нельзя. Дружить? А я не могу, я не могу дружить, я сразу.
все уважают и боятся. Уважают и боятся? Ага. Тогда я согласен. Слушай, я тут как раз на охоту собирался. Пойдем вместе, а? На охоту? А? Ай, я не могу! Ой, у меня дела важные! Я это не осмотрелся у вас в лесу еще! Да чего здесь осматриваться? Это, ну лес, ну короче, и в Африке лес. Только у нас без буйвола. Я вот что думаю, есть-то хочется. Ты когда последний раз ел? Я? А? Вчера еще! Удалось сметаны попробовать! Сметана? А это кто? Ай, это животное! А, это? Да, животное из Африки, да. Как буйвол, да? А, нет, поменьше, но тоже с рогами и белые. А, с рогами белые. Нужно запомнить, вдруг встретим. Ладно, Лок, пойдем уже на твою охоту. Я работаю хищником.
объявился царь, царь всех зверей. Это как царь? Откуда? Из Африки прислали, сам видел. Из Африки? Из Африки? Ой, надо же! А где? Где он? Они с волком на охоту пошли. Это как с волком? Чего с волком? А я почему могу знать? Они с волком как бы друзья теперь. Устал, что от
же к тебе по делу пришла. Я лиса. Я дружить хочу, а ты сразу драться. Дружить? Дружить? Дружить я могу. Только как я с тобой дружить буду? Я волку помещу. Волку? Этому хитрюге. Да, он же обманет тебя в два счета. Как это? Мы же с ним вместе на охоту хотели идти вместе. Когда-то я на это попалась. На чем попалась? Договор. Договор вы с ним заключили? Вроде да. Идем, встречаем лося. Я валю, волк подоспеет. Ну разве это договор, Лев? Настоящий договор — это когда заранее договариваешься, кому и сколько добычи достанется. Ну а так, волк себе большую часть забирать будет. Как это может? Как это большую? Он такой этот волк, если сельцов, держись от него подальше. Давай лучше со мной дружить, и договор у нас будет честный. Мне половина, тебе половина. Мы же тоже еще голодные, а? Что? Перец!
осталось. Я сразу поняла, с альбом шутки плохи. Побежали скорее на охоту, пока вечер не наступил. Да побежали, тут как ты в драку полез. Ну, конечно, всегда я виноват. Живу на свете 300 лет, а мудрости все нет и нет. Наперекор всей мудрости вливаю вечно в глупости. Мои родители меня учили мудрости 3 дня, а я их плохо слушал, не шла мне мудрость в уши. Не шла мне мудрость в уши. Вот папы с мамой нет 100 лет, и некому мне дать совет, как выжить среди хищника и где найти защитника. Живу на свете 300 лет, а мудрости все нет и нет. Наперекор всей мудрости влипаю вечно в глупости. Влипаю вечно в глупости. Отстань, Ворон! За такие слова, Ворон, знаешь, что бывает? Спросить, что ли, ты все? Да нам без твоих вопросов точно! Еле живы, остались! Мы еле живы, но вот что, медведь напал? Хуже, Ворон, хуже! Хуже, кто же это такой? Наше величество! Кого величество? Его величество! Этот Питер с кем говорит? Тише! Никто не слышит, а он все... Бежим, Лиса, скорее, пока закат не наступил, а то ты знаешь, что он с нами сделает. А вы так и испугались. А ты бы не испугался. Он же в Африке, лево одной левой. Ходишь. О, ну ты знаешь. Знаю, Волк, но только я тебя. А ты сам-то видел? Видел. В книжке. Вот именно в книжке. А в книжке он сам на себя не похож. Ну так он же говорил, придет весна, он весь шерстью и обрастет. А что вы такое болтаете? Кто обрастет? А знаете что, друзья мои хищники, а что если этот лев не настоящий? Как это не настоящий? А вот так, вот ты волк, собака, но не настоящая. А собака это тоже как бы волк, но тоже не настоящий. И что из этого? А то, что проверить его нужно. Еще мой отец говорил, проверяй, ну проверяй. Я еще жить хочу. Я тоже не хочу с тобой в эти пасочки играть. А вот трусы, никто вас и не заставляет. Я сам за это дело возьмусь. А ваше дело уж так сидеть да слушать. А то ведь не поверите мне, когда я его разоплачу. Все понятно? Чего ж тут непонятно, понятно. Слушать я могу. Куда ты пришел? В кустах тут посидите. А? Ну так-то все, прячьтесь. Величество! Наше Величество, где вы? Ой, детка! Кто меня посмел беспокоить? Это я, Наше Величество! Не Наше Величество, а Ваше Величество! Ну я же и говорю, Ваше Величество! Отстань, а! Такой сон дал смотреть! Какой сон, Наше Величество? Чудный! Будто сплю я в избе на лавке! Справа молоко! Слева горшок со сметаной! Странный сон для царя зверей! Что ты кто тут? Да ты как смеешь со скерзой посматривать? Я-то ворон, Наше Величество, а вот у вас сны какие-то не царские. Да в вашем дурацком лесу и сны какие-то дурацкие! А где? А где эти? Бездельники! Какие бездельники, Наше Величество? Лиса и волк, и хлеб! Сам зверей за добычей послал, а их след простыл! Что вы, Наше Величество? Они в порт
пусть морды свои по лесу рыщут, добычу вам ищут, сами идем. Правильно, пусть ищет, рыщет. А то уж я думал закусить лисятинкой или волчатинкой. Говорю же, лиса нужно на охоту срочно бежать. Тише ты, смерти нашей хочешь. Кто там? Опять я, Ваше Величество, сам с собой разговариваю. Знаете, вопросы всякие в голову лезут. Какие еще вопросы? Ну вот, например, что такое молоко мы знаем? А что такое сметана, которая вам снилась? Любопытный ты очень! Сметана это... Как бы тебе объяснить сметану? Да животное такое с рогами! Да, да, мне кусты подсказывают! Это животное такое! Ну, сметана животное! Все понятно, чего же не понять? Только не могу понять другого. Как это сметана в горшке? Да что тут не понять? Вот стоит горшок! Рядом стоит сметана с рогами, вот! Ну что? И вообще, ты почему меня путаешь? Почему, Лен? Царь меня, я и должен ходить голодный, да? Ну все, придется мне тебя проглотить! Да что будет у ворона? Все перья повылазили! Заварил нам кашу! А как на меня прыгнул? Что, ворон, да? Ты какой ворон? Нет! А? Не надо, ля-ля! Это он на меня прыгнул! Чуть пополам не порвал! Да, да это он мне чуть глаза не вызрал! Ударь его! Медведь! Ой, даже не спрашивай! Целее будешь! Тут такое творится! Такое творится! Ой, такое творится! Ничего не понимаю! Давай я расскажу! А почему это? А почему ты? А почему ты? Ну, это ты! Нет! Присуми его, ты не создатель! Зверей силища не объятной! Не перебивай! Выпало было бы раз! Волком чуть не съел! А ну! Да все правда! Пока нас на охоту сказал, если кушаную добычу не принесем, съест живьем! Вот это ново! Это ж надо такую пищу иметь! Надо бы и мне ему на поклон. Метлу, ягод принести. Да, медведь, да, сходи, сходи, дорогой. Сходи, плавай ему, не расстраивай. Давай, не беречь ему. Называй наше величество. Да, наше величество. Вы любезные, дичь здесь не пробегала. Медведь не подойдет. Они живут. Пишу-ка, что вы, слушайте, мне помогать охотиться. Ты знаешь, как его дичью? А нас этот лев вместо той самой дичи. Сидит башка, как говорят бараны. Ну так, и вы на меня не рассчитываете. Ой-о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 й
лесу гоняться, то же дай самое дичью добудет, да? Если за ним все гоняются. На что это ты намекаешь, Влад? Да нет, я просто... Я первая об этом подумала. Чур, ты моей добычей будешь. На этом еще посмотрим, кто чьей добычей будет. Я на себя это беру. Ты еще захвати. Ага.
Thank you.
в этом нет секрета. Надо очень сильным стать, чтобы слабым помогать и уметь делить на всех одну конфету. Ведущего артиста нашего театра Павел Иванович Морозов!